Ну вот, друзья мои, наконец-то я нашел ту галеру. Нашел ту галеру, на которой глава нашего государства вкалывал как раб. Было у него такое изречение: я как раб на галерах, не покладая ни дня, ни ночи. Вот она. Вот она, эта галера. Смотрите все. Он не врал. Он не врал. Вот она, галера. Сам я ее видел, сам вижу. Вот даже трогаю. Вот она. Я думаю, он вон там сидел, он мостик впереди. Он, наверное, руководил вот этой галерой. А может, вот здесь за весло ее крутил. Вот он, даже якорь есть. Вот. Острый, железный. Хорошая галера была, пока к ней раб не подъехал. Делайте выводы. Вот куда пришвартовалась та галера, на которой некоторые вкалывали. Я думаю, что наша страна плывет туда же. Немного осталось. Потому что руководитель все тот же, что был на галере. Вот на ковры старые эту галеру поставить — идеальный памятник правления путинизму.